Друзья, ну что, сегодня в очередной раз я побывал у здания МГУ, побывал на Воробьевых горах. Ранее мы только сюда приезжали компанией с друзьями, сегодня я решил выехать один. Вот, так как с друзьями не получилось, они все разъехались по дачам. Поэтому здесь все и так сказано и понятно. Вот, побывал в близлежащих парках. Что хочу сказать? Ну, единственное, конечно, был бы очень признательно, если бы туда добавили каких-то цветов, клумб и так далее. Вот, а так, в принципе, все на четверочку твердую. Вот, по инфраструктуре очень все понравилось. Также, что хочу сказать? В целом, хорошая, прекрасная погода сегодня. Вот, и, соответственно, мы желаем, да, наша организация желает того, чтобы Москва с каждым днем становилась все лучше и лучше, чтобы она была красивой, прекрасной, как самая лучшая женщина, что можно еще сказать. Это наш любимый город, мы будем стараться приводить его в порядок, в том числе наша организация. Вот, спасибо вам, всего доброго, хороших праздников, до свидания.